Всем привет, всем доброе утро. По вашим рекомендациям, не знаю, больше всего, когда мы спрашивали, куда поехать, вы нам порекомендовали. Семинарские острова. Да. Сейчас мы находимся на 4-м острове, были уже на 7-м, у нас там уже был Снорлинг. Снорлинг, по-моему, так, какое-то новое слово для нас. Насмотрелись красивых рыбок. Первые два закрыты для разведения черепах, там черепашки откладывают яйца. Мы сейчас на острове номер 4, остров называется Мийонг. И посмотрите, какая здесь вода. Шикардоска. И полно китайцев, как все. Так, если бы вы знали, как меня бесят люди, которые лезут в кадр. Посмотрите, какой песочек и какая нереальная по цвету вода. Честно, я такой воды, наверное, ни разу в жизни не видел. Очень круто вообще, очень круто. На Семиланских островах разводят черепах. Большую зеленую морскую черепаху разводят. Угу. Вот. А раньше их очень сильно много кушали, потому что черепаший суп очень ценится. Их популяция очень сильно снизилась, и поэтому на 2 из 9 островов начали разводить, ну, получается, там чаще всего на первых двух черепахи оставляют свои кладки. Угу. И эти два острова закрыты для посещения. И там, получается, люди потом выкапывают яйца, забирают их, да, в инкубаторы, чтобы они вызрели, вылупились. И привозят их обратно, потом и выпускают, когда они уже немного подрастают. Потому что когда черепашка... маленькая, может, птица. Да, либо... из 100 яиц выживает только одна. Представляете? Одно-два. Да. Вот таких вот манюнь. Манюнчики. Классные. Да? Их собирают. Ну как, из яиц они вылупляются. Этим уже он говорил. Да. И отвозят потом на острова и выпускают. И вырастает вот такая вот большая черепаха. Бля, как красиво. Привет, ребята. Вода просто нереального цвета. Да. Мы с самого верха смотровой площадки. Мы забрались на самый верх. Да вообще, все уже слышали. Да? Вообще, мы приплыли на остров, 8-й остров. Называется он Семиан. Семиан, да. Из всех Семианских островов, их 9 штук, это 8-й, называется он Семиан. Да, он тут типа самый главный. Сейчас покажу вам это видео. Здесь правда очень красиво. Как сложно было вырвать этот вид. Я думаю, вы послушаете, услышите, что творится сзади меня. Мне кажется, здесь весь Китай и Япония. Но вид здесь реально кайфовый. Это рай на земле. Это, мне кажется, даже круче, чем в Доминикане. Это вообще прям бомбительно. Вау-вау. Тут водичка прям как на картинках вот в этом, в интернете. Сейчас я покажу вам. И она вот такая голубая. И вообще даже белая. Подкрашивать ничего не буду. Просто вот как она есть, так и покажу. Белый песочек. Зелень зеленая. Как на Мальдивах, на которых я еще не была. Это уже вид с пляжа. И вот там вот, сверху, говорят, что это скала Дональда Дака. Но она реально похожа. Прикольно. Не зря вы нам рекомендовали эту экскурсию. Обязательно к посещению.
Котик. Ну а мы плывем дальше. У нас сейчас еще один снорлинг. Снорлинг. Новое слово у нас на сегодня. Будем плавать с рыбками. И потом в отель. Кстати, рыбки тоже кайфовые. Ну, большие, большие такие. Гляньте, какая жесть. Здесь водятся вараны. Говорят, не кусаются, если не провоцировать. Поэтому провоцировать не будем. Смотрим баранчика. Я забжируля он просто. Поспали, выспались, и честно, честно, я прям почувствовал силы, потому что мы в последнее время, последние вот несколько ночей, спали по 3-4 часа, днем снимали, ночью монтировали, ва. Слушайте, еще в Краснодаре, да. Спали постоянно, потом Москва, потом опять Краснодар. Опять Москва. Короче, не суть. В общем, сегодня мы решили побаловать себя лобстерами. Первый раз в жизни будем их есть. Я наваяла себе салатик. Mm-hmm. Можно так просто понабирать себе кусочек. Знаете, как раз все баланс. Да, да. Салатик, кстати, 100 бат, 200 рублей. Красавчики. Лежат, греются, почти готовы. Ну что, можно загадывать желание? Мы первый раз в жизни будем лобстера. Лобстер, салатики и лапша яичная. Конечно, место не лобстеры. Но еда решает. Вот это все на 3000 рублей. У нас такой лобстер один, я стесняюсь спросить, сколько стоит. Нет. И то, по всей видимости, это дороговато. Красавчик. Всем хорошего вечера, а нам приятно. А щепоточку? Подайте, не забудьте посыпать щепоточкой. Счастливой любви. Приятного аппетита.